Еще одна из проблем, которая сейчас стоит перед милицией, это стихийная торговля. Потому что, в принципе, это не криминальное правонарушение, административное, но, тем не менее, у нас есть масса обращений граждан, когда эта стихийная торговля у дома создает определенный дискомфорт для жителей города Мариуполя, ну и Донецкой области. Значит, с начала года по статье 160 «Торговля с рук в неустановленных местах» по Донецкой области был составлен 121 административный протокол. Наложено штрафов на сумму 1284 гривны. Все эти материалы были направлены в суды для принятия решения согласно действующего законодательства. Также под постоянным контролем сотрудников милиции находится вопрос соблюдения правил торговли пивом, алкогольными напитками, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями. В этом году было составлено 96 административных протоколов. Наложено штрафом на сумму более 16 тысяч гривен по указанной статье. Также составлялись протоколы по статье 164 «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности». Таких протоколов было составлено 110 по Донецкой области и наложен штраф на сумму 10 894 гривны. Данный вопрос постоянно находится на контроле начальника главного управления и входит в первую очередь в компетенцию блока общественной безопасности, участковых инспекторов милиции. И мы эту работу стараемся держать на постоянном контроле. Проводились мероприятия согласно распоряжению начальника главного управления внутренних дел генерал-майора Аброськина по торговле, по незаконной торговле. Было составлено у нас по статье 164 «Нарушение порядка хозяйственной деятельности» 30 протоколов, а также 96 по статье 160 «Торговля с рук в неустановленных местах». Все материалы направлены в суд. Единственная у нас есть ситуация, немножко спорные вопросы. Некоторые администрации начали выдавать разрешения на торговлю. Мы бы хотели, чтобы для обеспечения охраны общественного порядка, а также для движения без транспорта по городу, эти все разрешения согласовывались с органами внутренних дел.